последствия шторма. Дерево упало на палатке. А мы сидим в шатре, хорошо мимо шатра пролетели. Вот так тоже бывает. Идет дождь. Это наши палатки. Ты-ты-ты-дын. Ты-дын-ды-дын. Та-т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 а. Шумел камыш, деревья гнулись, а ночка лунная была. Где будем спать, хер его знает, а там сверкает. Ну, здесь более-менее нормально. Та-та-та-та, та-та-та-та-та, та-та-та-та. Наши мачете. Удар пришелся по нашим палаткам. Та-та-та-та. Та-та-та-та-та. Да, если б Серега был в палатке, было бы грустно. Вот мужчина, они спасли шатер. Руками не трогай. Ничего не трогай руками. Та-та-та-та. Здесь полный хаос. Видишь, да, видишь. Ёжик? Давай, давай, действуй. Давай, давай. Пошли, 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 пошли. Отпусти меня. На колючую мышь похож. Ой. На свина похож. Он похож на свина. Так, ну куда я пускаю? На правую сторону, да? А вы еще дали? Дали, колбасы, не жрёте. Колбасу не жрёте. Иди давай, гуляй. Сейчас его еще хрен выделишь отсюда. Убирал. Ну, подна. Ну, не спешите никуда. Я туда иду. Тут вкусно пахнет. А тут уже на земле, то есть вот тут можно... Нет, они приносят. Скажем так, от болезни, ну, не это. Ну, что, пойдем, выпустим. Вот мы ее там напишем. Ежика. Понесли ежа. Да, даже не пошел. Колбасу ему давай, сами давай. Иди нахуй.